Новая высота. В Самаре прошел международный турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие борцы из 11 стран в возрасте до 18 лет. О масштабе турнира расскажет Елизавета Прокопенкова. Новая высота. Так называется самарский турнир по греко-римской борьбе. Соревнования проходят уже 5 лет. В этом году турнир приобрел статус международного. На состязания прибыли борцы из 11 стран. К примеру, из Армении и Турции. Всероссийский турнир, первенство страны, 2 года. Теперь международный турнир. Замахиваемся на чемпионат Европы и мира. Такой масштаб соревнования приобрели при поддержке правительства Самарской области. В 2024 году губернская дума отмечает свое 30-летие. Все это время депутаты формируют законодательную базу для развития физкультуры и спорта, поддерживают спортивные мероприятия разного уровня. Здесь характер, здесь сила, здесь мастерство. И я очень рад, что турнир международный. Новая высота стала настоящим праздником спорта. Турнир не первый год собирает в Самаре титулованных спортсменов. Традиционно в числе почетных гостей – герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Все поддерживают этот правильный турнир. И, конечно, я хочу сказать спасибо за возможности. 30 лет Самарская губернская дума вносит большой вклад в популяризацию здорового образа жизни. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.